Так, Николай Склокин. Продолжаю наблюдать за муравьями. Вот что удалось увидеть. Это очень важный вопрос. Ежедневно вечером собираю опавшие абрикосы. Было не до них, на третий день соль стал собирать. Под сортом курдюма надулся, вижу, все облеплены муравьями. Вот. Вот это вот ему не понравилось. Стал разглядывать, муравьи снуют, вижу, абрикосы уже упавшие. Между стволом ветка, на нем штук 15 муравьев. На одной веточке висели два абрикоса, один поменьше, не созревший, другой побольше, налитой, на нем штук 6 муравьев. Вижу, что он тоже немного поеден, но срывать не стал. На третий день на нем появилась гниль, потом он упал. Я раньше замечал такие дырочки, насобирая их абрикосы, он не знал, откуда ноги растут. Теперь понятна польза муравьев, чтобы они быстрее падали, чтобы польза, ну, видимо, тут кавычек нет, все быстрее плоды попадали в грибковые болезни и вирусы. И они их разносили по всему дереву. Сначала я грешил на ос за эти дырочки, но ос у меня нет в этом саду, в этом году, да и те грызут яблоки. Вот. Теперь смотрите, почему, вот я с ним, Николаем Сколкиным, мы дружим много лет. Для 4 дней стоит дождливая холодная погода, движения муравьев не видно, и абрикосы не зреют. В общем, смотрите. Он обвинил муравьев в том, что они испортили плоды, туда попадала грибковая болезнь и так далее. Значит, мы сегодня специально по этому письму с Ириной Александровной Савиньевич, ну не успели мы эти фотографии разместить, да? Да. Мы ходили по саду. На следующий раз покажем. На следующий раз покажем. Что мы покажем? Мы покажем, что не только упавшие едят муравьи. Ну вот, и на веточках. Но и на веточках. У нас также было очень много дождей. У нас в этом году прямо абрикосы лопаются. Лопаются. И сразу, когда они теряют прочность, из них аж только сахар не вытекает. Они настолько сладки, что, естественно, вопрос только, что вперед ставить, лошадь или телегу. Естественно, что они являются лакомством невероятным для муравьев. Мы с ним фотографировали муравьев не только у паданки, где упали, как яйца разбились, там полно муравьев, но и прямо на деревьях, там, где уже лопнули. Но, тем не менее, то, что мы видели мы вместе, мы пришли к единому мнению. Это их доля, они не были плоды сняты вовремя, вот, и переспели, переспевшие в них еще больше сахара, еще меньше кислоты, и они являются лакомством для муравьев, и это их доля муравьев, доля защитников сада. Мы с ними щедро делимся, потому что у нас в этом году урожаи такие. Сколько мы сегодня раздавили, как бы мы ни старались обходить, слоем лежат абрикосы от 20 до 100 грамм. Вот. Мы их давили, мы перестали смотреть под ноги, потому что невозможно. Естественно, что сколько бы ни было муравьев, а их все равно ограниченное количество. Они ведь не наедятся этими абрикосами. Им надо мяска. Вот. Поэтому их ровно столько бывает в саду, и его невозможно размножить сверх меры. Это я просто догадываюсь. Сколько есть еды, столько будет муравьев. Сверх этого не будет. Вот. Совершенно, Николай, придерживаюсь абсолютно противоположного мнения. Абсолютно. Вот. Что в данном случае я просто делюсь с ними. Нет, они со мной делятся. Они же не знают, что мы есть. Они же не знают про нас. Они живут своей жизнью. Они защищают природу. Я когда-то говорил, когда-то ненависть к муравьям, это ладно, у вас просто неприязнь. Ага, они разносят это. Да не разносят они ничего. Вот. Гниет, значит, будет гниль. Гниет, значит, это гниет. Гниет, значит, будет грибковая болезнь. Перезрели плоды. Вот. А то, что я говорил, когда-то, у нас же как, раз Министерство сельского хозяйства берет и говорит, все, они посмотрели эти импортные фирмы, там, где все яблоки ломятся на этих, на карликовых яблонях, вот. Все, и мы будем, понятия не имея, что плодушки, они у нас замерзают так быстро, что дерево будет уже достигнуть плодоношения, потом будет мороз под 40, плодушки все замерзнут, а новых не будет, потому что корней искусственных мало, они, это ограниченное количество, но приростов не будет, а прирост еще уничтожает. Я тут без вас показывал немножко. Вот.
А прирост уничтожает, тут примерно уничтожено 70%, да, кроме? Примерно. Да, 70%. Вот. Вот они, болезни, все как положено. Вот. То есть, вот этот сад, а это был приказ. А теперь представим себе, что науки скажут, то топнет такой. Сволочи, муравьи. Это они, оказывается, сады-то губят. Сказано, сделано. Появляется генетическое оружие против муравьев. Вот. Муравьи начинаются так же, как у нас грипп. То есть они общаются друг с другом по всей планете. Кстати сказать, кто не знает. Они же гигантские муравейники, 100 миллионов муравьев. Я пробовал представить, что они каждый знает свой маневр, но это невозможно. У них количество степеней свободы такое, что каждый муравей выполняет свою роль, что если это все перемножить по теории вероятности, это невообразимо, триллионы, то есть и остается только вариант внешнее управление. Внешне, то есть это как часть какой-то гигантской компьютерной системы, но живой, не вот этой вот, вот наш компьютер из железа, да, а это живая система, но тоже компьютерная. И у них программа. 100 миллионов муравьев, каждый делает не одно и то же там, бегут в одну сторону. А в сумме получается сложнейшее хозяйство, которое посложнее, чем наше Министерство сельского хозяйства. Вот. Один муравей, 100 миллионов. Ну, население крупного государства, да? Вот. И кто-то возьмет, биолог, ну и какой умный, я Нобелевскую премию получил. И он начал их уничтожать, и пошла по цепочке, их нет. Все! Умираем с голоду мы до последнего человека. Погибают деревья, погибает все. Вот этого они понять не могут. А Николай просто увидел, ну, перепутал причины следствия. Я надеюсь, не обидится мой старый друзья. Но я вынужден сказать, Николай, потому что непресть муравьям, она настолько сильна, что... Да он у меня в этом, я уже молчу, в гостевой. Там сошлись стенка на стенку. Противники муравьев и сторонники. Так, зачем? А, вот тут, видите, написано, сорт курдюма. Я просто напоминаю, что сорт курдюма – это переделанный академик, потому что еще, да, что там говорить, я и сам уже перестаю узнавать. Так, вот это вот я эмоционально сказал, а дальше я же отвечать вынужден был в письменном виде, потому что это было письмо в гостевой. Николаю и всем. Постоянные дожди и прохладное лето. Вот. У меня гостит непредупрежденный садовод с классическим образованием, Савинич Е.А. Еще один гость делает фильм за фильмом прямо в саду. Обе гости не нашли ни одного пятнышка плесени на абрикосах. Правильно, нет? Да. Вот. Заметьте, что интересно, считается самый нежный это абрикос. Так. После самый него неустойчивый. Самый нежный, в смысле, что нежный, в смысле, беззащитный против. Вот если просто плесень, она должна жрать. А она на самом-то деле не жрет. Это мое одно из моих великих открытий, потому что это, знаете, как вот все смотрят, вот плесень, вот дерево, вот лист, на котором она. И все думают, вот она грызет лист. Она не грызет. Она ждет, когда мы дерево погубим, оно не сразу погибает. Ну, конечно, она начинает слабеть, листья начинают не сразу жухнуть, там чернеть. Мы еще не видим этого. А лист состоит из клеток и устиц. Так? Значит, а устица – это, так сказать, норы, попросту говоря. Я представил себе, глубже не вникал, я не знаю, но я представил себе, что какая-то еще только чуть-чуть отдельные клетки начали погибать. Они же не одновременно, лист раз, пришел, а он черный, нет. Вот, или желтый. И вот тут споры уже цепляются. За мертвый. А если он, как мы ходили, мы смотрели. Ну нету. А ведь, смотрите, на яблонях появились. Парша появилась на яблонях. Не на всех. Мы видели на одном, на двух, да? И на моих яблонях. Еще и появилась на этих, на грушах. А абрикос цел. А он наоборот, он должен был наоборот, абрикос в первую очередь погибнуть. Почему? Потому что вот так. Ну, читаем дальше. То есть, еще раз, здоровое дерево, никакие грибы не трогают и не надо никаких. А больное уже все, эти не помогают. Так, одна из догадок, пытаюсь понять, в чем дело. Это смешанный, перемешанный сад из сортов трех континентов. Каждое дерево влияет на соседей. Действуют социальные лифты, то, чего у нас нет. У нас же как?
или это обособилось, сгниет, и опять будет то, что было. И опять восстание. Я серьезно говорю, это не шутки. Страшно, думаю, надо умереть раньше, чем начнется. Ну, что смеетесь? Вот. Социальные лифты, они не действуют. Это значит, что вот Тимошка, да, если что-то не изменится, он будет самый умный, самый грамотный. Он у меня сейчас самый сильный, самый грубый, это, умный там в группе был, самый это, так? Вот. Мы с ним занимаемся как к этому. Он навсегда останется кем? Как его папа. Как его папа. Там, копать землю. Вот это его ждет. А там все сгниет, потому что они свою элиту готовят. Ну да. Но там понятие честь, совесть там не присутствует. Нет. Так вот, слушайте дальше. Я отвлекся. Действует социальная листья. А в саду действуют дикие полукультурные опыляют без зачатия друг друга и много лет. Дикие полукультурные, а еще надо было это, культурное написать. Слова не хватает. А по региону продолжают гибнуть абрикосы. Вот. Особенно это вот следствие вот этих вот. Угу. Начитались. Особенности именно этого лета, и выясни, я впервые увидел, разламывая именно и только сладчайшие плоды внутри десятки муравьев. Да, я разламывал тысячи плодов, я всю жизнь их ем. Вот. Я впервые увидел перенасыщение влагой. Так, плоды стали как надулись. Может быть, я зря в это хвастаюсь, что они 100 грамм. Может быть, не было бы дождей, было бы 80. Больше бы все равно не набрали, чем могут. Ну они же лопаются на глазах. Особенности этого лета внутри десятки муравьев. Ну, мы, правда, не так много, мы их искали, чтобы сфотографировать. Учитывая очень большой урожай, не жалко, пусть сидят. Вот это самое главное. Зато службу знают, листья чистые и без дырок. А это здоровье будущих почек.